Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, продлеваются на 3 года. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации номер 626 вступило в силу с 12 апреля 2022 года. Указанное нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет автомобилями при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь в течение 3 лет необходимости в замене просроченных водительских удостоверений у них не будет. Они продлятся автоматически. При этом вносить в эти документы дополнительные корректировки не нужно.